2 августа в Казани стартовал международный турнир по водному полу среди молодежных сборных «Казанкап». Соревнования проходят в спорткомплексе «Олимп». Участие принимают команды из 6 стран – России, Украины, Грузии, Турции, Черногории и Казахстана. В этот день состоялась и торжественная церемония открытия мероприятия. Со словами приветствия к зрителям и гостям обратились министр по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан Рафис Бурганов, начальник мужских сборных команд по водному полу Андрей Кутельников и прославленный спортсмен, главный тренер ватерпольной команды «Синтез», посол Универсиады 2013 Ирик Зинуров. Рафис Бурганов отметил, что «Казанкап» – это серьезная проверка перед проведением Универсиады 2013 в Казани. Для участников турнира, зрителей и обслуживающих персон будут сделаны все условия, похожие на прием на всемирных студенческих играх. Позже в ходе беседы с журналистами министр оценил шансы нашей сборной в турнире. Я думаю, что у молодежной сборной есть хороший запас, хороший потенциал. И я думаю, что те традиции, которые были, в общем-то, для нас очень привычными победные традиции в советское время. Я думаю, что в скором времени как раз этот возраст и должен возродить. О готовности российской команды высказался и главный тренер ватерпольной команды «Синтез» Ирик Зинуров. Ну, они готовились, не один сбор провели для подготовки как бы к этому турниру и дальнейшему. Будем надеяться, что, естественно, чтобы они заняли первое место на этом турнире. Международный турнир «Казанкап» проводится 4-й год подряд под эгидой Европейской Федерации водных видов спорта. В Казани же турнир завершится 5 августа. Ирина Игоренко, Камиль Исмаилов, специально для Казан 2013.ру.